Сегодня в меню – помадка для печенья. Друзья, регулируйте ингредиенты на свой вкус и цвет. Ингредиенты. Соль – 1 щепотка. Сахарная пудра – 1 стакан. Белок куриного яйца – 2 штуки. Краситель пищевой голубой – 1-2 капель. Чтобы придать сладость печенью, сделайте для него сахарную помадку, используя минимум ингредиентов. Чтобы помадка быстрее высохла, подсушите ее на изделиях в духовке примерно 10 минут при 80 градусах. Подготовьте указанные ингредиенты. Помадка готовится из сахарной пудры и куриного белка. В рецепте используется двойная норма ингредиентов. Влейте куриные белки в емкость кухонного комбайна или в глубокую емкость, если вы будете взбивать их миксером. Всыпьте треть сахарной пудры, соль и взбейте около 3 минут на самой высокой скорости техники. Затем добавьте пару капель любого выбранного вами красителя или обойдитесь без него. Всыпьте по частям оставшуюся сахарную пудру, взбивая все содержимое емкости каждый раз. Помадка не будет густой, она будет немного стекать. Перелейте помадку в широкую емкость и обмакните в нее верх печенья. Выложите печенье либо на противень и подсушите в духовке около 10 минут при 70-80 градусах, либо высушите при комнатной температуре в течение 1-2 часов. Сахарная помадка для печенья полностью готова. Помадку для печенья можно приготовить буквально за 5-10 минут. Ею можно украшать не только печенье, но и кексы, пудинги, пироги и так далее. По желанию при добавлении красителя, вы можете получить любой желанный цвет помадки – розовый, голубой, желтый и так далее. Приятного вам аппетита! Уважаемые зрители, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять его на просторах YouTube. Нажмите, пожалуйста, на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видеорецепты. Поставьте лайк. Оставляйте комментарии, расскажите об этом видео друзьям в социальных сетях, кнопка под видео «Поделиться». Любой выполненный вышеперечисленный пункт дает толчок развитию данного канала. Большое вам спасибо.